Уже 3 недели рабочие ООО «Мирпрофиля» ведут здесь кровельные работы. Ремонт, начавшийся 1 июля, необходимо завершить к 15 августа. Заместитель директора по административно-хозяйственной части, а ныне исполняющий обязанности директора, Татьяна Юхновекс показывает, какой масштаб приобрела проблема. Из-за протекающей кровли облупилась краска на потолке, стенах и даже на полу спортивного зала. В зимний-весенний период течь воды была вот в этом месте, которая вода, значит, поднялась с потолка, по окнам, стены, поэтому в таком же все. Кровлю здания ремонтируют уже последние пару лет. В администрации школы надеются, что по завершению нынешних работ можно будет забыть о потопах в межсезонье. В 2016 году на выделенные денежные средства мы отремонтировали кровлю над пищеблоком. В 2018 году выделили денежные средства для ремонта кровли оставшейся части пристройки здания. По предписанию Роспотребнадзора требуется провести капитальный ремонт помещений пищеблока. В капитальный ремонт входят работы: замена инженерных сетей, замена трубопроводов, замена вентиляции. В учреждении еще предстоит провести косметические ремонты. Внутри здания необходимо оштукатурить и покрасить помещение столовой, фойе и рекреации. Снаружи ждут обновлений крыльцо и даже клумбы. Временный перенос насаждений пройдет в ближайшие дни, а к сентябрю все вернется на свои места.